ребята, сегодня буду я распаковывать такой чупа-чупс. Гигантус. Большой. Но есть еще больше, но таких, где еще больше, маленькие чупа-чупсы. А здесь вот он большой такой, один. Угу. Сейчас мы его раскроем, посмотрим, какой он там внутри. Гигантус. А кстати, это от него шапка такая. Эй, чупа-чупс. Возле дивана, возле дивана. За подушкой. Да, вот для сравнения. Смотрите, насколько он большой. Раз, два. В 4 раза больше его. Это громадина целая. Ну ладно, давайте начнем открывать эту громадину. Перекрестки купили. Бить нельзя? Давай помогу, Лиса. Да, помоги. Мне нужно помочь. Громадина это сложно открывать. Ну, ничего страшного сейчас. Сейчас посмотрим, как он там. Смотри какой, выпрашивает. Наверное, во мне рис не видно. Ну там рис аж там такой. Там. Так, так, что. На задние лапы. Да. Встал на задние лапы и больше стало. Так, прям вот лапочка получается. О. Вау. Вау. Вот ух это... ты, он как будто из стекла. Как будто из стекла, смотри. О-о-о. А, не, он, кстати, треснул немножко. Треснул. Падал. Он у нас падал, поэтому немножко треснул. Смотри, как будто. Офигеть, ты как снизу моего. Лизать будем. О! Как на вкус? Такой же, как маленький, только большой. Ага, прикольно. Со вкусом клубники. Угу. Ну, за чупа-чупс. Мне даже процент не дают, да? Ну что, ты подаешь, что ли? Телеком тут снимет? Артур, смотри, какой главный матрик. Артур, чем хочу? Артур, завтра съемка. Завтра, как называется? Артур, как раз его завезут, кто свил, а то... Как этот фрукт называется? Дринк. Фрукт, который стал убираться. Что? Конкулатка. Чего? Как называется фрукт, который вы покупали в курсе технологии? Интересно, как его вообще разбили? Гранадила? Да. А, может с 5-го этажа скинуть? Вот и он разобьется. Да. Ну все, говори поки. Да. Ну ладно, пока. Я даже не знаю, как его разбить. Верно, с 5-го этажа. Нет, я вообще на кусочки. Ты скотч покажу, я его разобью об колено. Пока. Не, не верю, что об колено. Нет. Ну ты не будешь жалеть? Попробуй об стол стукни. Просто об стол стукни. Только не со всей силы, так, полсилы. О, не бьется. Пошла вторая трещина. Да нет, там трещина пошла, но только все равно не бьется. Ладно. Вторая трещина пошла. Но что-то трещина слабая. Но если будешь цель разбить, то разобьем. Сейчас пока нет такой цели, да, Лиз? Нет. В следующем видео разобьем, когда надоест лезать. Нет, так пустить нельзя. Жалко, что это не огромная жвачка. Thank you.
Ой, упал. Ладно, давайте. Все, учимся. Прощаться. Все, покер. Всем ребят. Пока. Рекомендуем, да? Рекомендацион. Ладно. Как подарок. Когда вы...